внутри здания мы находились. Мы спустились вниз. Вот, ребята наши, мой зять и крестник, Максим, это самый Максим и Саша, они готовили еду для людей. Вот здесь, вот тут, где сейчас начинают раскопки. А Настя, его жена, и с нашими детьми, одной 10, Варе, и этой Лере 8 вот будет, и Каролине 2 годика. Их переселили в другую квартиру, на втором этаже. Они были там. Инна спустилась к нам, помочь нам что-то там разгребсти. Мы уже были в подвале. Вот. И тут мы не слышали ни звука самолета, сразу говорю. Не вот это пюх, и это ю-ю-ю. Мы этого не слышали. Посыпалось сверху все и треск. Мы забежали наверх, потому что я закричала, там дети. Детей, старшую мою внучку и старшую моей кумы вытащили. А Настя с Каролиной остались под завалами. Двухлетний ребенок. А зятя и здесь засыпала. Да, мы ждем, пока, да, мы ходим каждый день, чтобы увидеть наших, ну, родных, забрать и похоронить. Не в братской могиле, а чисто, даже если, как я узнала, кладбище платное, у нас все сгорело там. Мы хотим возле дома похоронить, а потом будем делать эксгумацию.